Ну что, здравствуйте, приветствую. Мы продолжаем проходить Dead Space 2. Не видел первую часть, так, как я ее проходил. И, в принципе, не видел первую часть вообще, в принципе, да. Dead Space, думаю, что это за игра. Вообще, посмотри первую часть в первую очередь, да. Ссылка в описании находится на первую часть, да, она уже пройдена у нас на канале, поэтому обязательно посмотри. Очень прикольно, там, ну, смешные серии. Вот, а если ты смотрел и попал случайно на этот видео, да, то ссылка в описании находится на... плейлист с проходим данной игры, да. И подсказочка тоже есть там прошлой серии, и плейлист тоже. Вот, взяли, посмотри. Там с самого начала эту игру. Много чего узнаешь нового для себя. Вот. Как-то так. В принципе, все, ребят. Спасибо за просмотр. Ладно, Саша, поудобнее, надевайте пледик обязательно. При этом пить эту кушать, прям пить как пить или пить воды при этом просмотре. Мы, собственно, продолжаем проходить данную игру. Так. Мы с тобой, собственно, сохранились. Что предлагаю? Ну, пошли, у нас с тобой сегодня путь к Дэйне, да? В прошлой серии очень много чего, блин, ну, интересного было. Я тебе серьезно говорю, посмотри, обязательно посмотри, если ты не видел. А лучше с самого начала все посмотри. Вот, а так, кто из тех, кто... Так ты юнитолог. Я должен был догадаться, как я тебе поверил. Не скажу, что у тебя был выбор, Айзек. Стоило сказать про лекарство, как ты сразу ринулся за ним. К чему все это? Почему вы не оставите меня в покое? Ты очень опасен, Айзек. Комитет не отстанет от тебя, они боятся, что ты уничтожишь обелиск. Понятно, бля, передала нас, кстати, да? Ну, бля, сука, я его нас, сука. Ведь это ты его создал. О чем ты вообще говоришь? Мы ведь за этим тебя сюда и привезли, чтобы делать для нас обелиски, чтобы начать великое воссоединение во всей галактике. Ты ебанулась? Да вы тут все просто спятили. Отдавай лекарства, и я сваливаю нахуй. О, мы не собирались лечить тебя, Айзек. Твоя бесценная головушка нам нужна именно в таком виде. А теперь будьте любезны проводить Айзека к челноку и поместить его в стазис. Не хватало еще, чтобы он умер. На нахуй. Только пососало бибу. Пошел-ка ты нахуй, дядя. А, держись! Мужик, держись! Держись, бля! Ну, блядь, все нахуй. Планы, да, все, пошли в пизду. Все, отсосало нас сразу моментально. Видите, карма, вот так карма работает, ребят. Вот так карма работает. Ебать. Снова ты, блядь. Снова ты, бля, ебать, какие монстры, да, тут есть? Хуеть можно. С тех монстров, блядь. А, я понял, надо было успеть, хорошо, все, я понял. Отпиздено, надо было успеть. Беги, блядь! Ебать, что за тварь, нахуй, смотри. Да отъебись ты, нахуй! Ah!
Бля, что происходит вообще, блядь, не понимаю. Бля, перемещаемся с одной локации в другую, там с другой еще одну, блядь. Хуеть, блядь, просто Айзек вообще, я думаю, Айзек сам в ахуе. Глава 6, блядь, охуенно. Вот это, блядь, окончание главы 5, блядь. Съебись. Айзек! Айзек, ты там? Да. Ты меня слышишь? Чего тебе еще, Строс? Все кончено, все мои планы унесло в космос. Нет, 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 не кончено. Пока еще нет. Айзек, Айзек, мы построили эту штуку. Мы можем ее уничтожить. Обелиск, что ли? Строс, ты знаешь, где обелиск? Он в правительственном секторе. Мы должны идти туда сейчас же. Сейчас, сейчас. Мое время исходит, как и твое. Строс, куда тебе понесло? Черт! Ну погнали, чё. Бля, ну я не знаю, можно теперь кому-то доверять в этой игре или нет, блядь. Это вопрос, конечно, да, ведь открытый, блядь. Как, кстати, повторилась, знаете, история, как в первой части, да, там тоже девушка нас предала. Ну, кто смотрел, там девушка нас предала. Такая корректная, если вы не смотрели, посмотрите, ребят. А кто смотрел, тот понимает, о чем им. Примерно то же самое, кстати, самое интересное. А это что? А ну-ка, ну-ка, ну-ка. Чё, мы его создали, что, блядь? Мы создали обелиск. Что ты несешь? Что, блядь? Как вообще? Если мы наоборот хотели его уничтожить, блядь. Как мы его создали, блять, крипово хуя, блять. Ты нахуй. Просто знаете, какой у меня вопрос? Знаете, какой у меня вопрос остался открытым после первой части? И когда мы начали вторую часть проходить. Почему главный герой это никак... Ну, я понятное дело, что он все там, ну, типа с ебанцой, понятное дело. Но почему вот его так же вот, ну, это не затронул, эта херня вся, обелиск, не очень обелиск, не затронул так же, как вот их всех, вот этих обычных NPC-шек, ну, обычных людей всегда в этой игре. Это очень мне интересно. Почему так? И почему он может сопротивляться ему? Это мне тоже интересно. Может, расскажет нам в этой серии, может быть, нет. Подожди, блядь. Потому что, как мы видим, видите, все люди ёбнулись здесь, в этой игре. Максимально ёбнулись, абсолютно все. Вот, а те, кто не ёбнулся, то те хотят этим управлять, начать, да? Как вот... Как те, кто нас предал. Давай, нахуй. Ну, выйди, блядь. Ну, давай, блядь. Ну, ну. Ну, 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 ну. Айзек, мы наводили на них ужас после сеансов. Я помню.
Они помещали нас в машину, чтобы мы повторяли шаги. Я не помню никаких сеансов. Тебе повезло, что ты не помнишь. Начнешь вспоминать, он вернется. Кто? Кто вернется? Кто? О, посмотрите-ка. Как же ты вырос? Куда ты уходишь? Не иди за ним, его там нет. Бля, ну вот это, кстати, челика прям искренне жаль, реально. Пиздец, какой дурдом, реально, дурдом. Что не корабль, какая-то хуйня происходит, блядь. Пиздец, блядь, ну, у меня других слов просто нет на это. Мистер Дейтман, всем оставшимся подразделениям приказываю отступить. Повторяю, отступить к прав-сектору. Объявляю начало операции и конец игры. Касательно беглецов предприняты особые меры. Мистер Тейтман, всем оставшимся подразделениям приказываю отступить. Повторяю, отступить к прав-сектору. Объявляю начало операции и конец игры. Касательно беглецов предприняты особые меры. Мистер Тейтман. Но он одно и то же нам еще говорит. Всем оставшимся подразделениям приказываю отступить. Повторяю, отступить к прав-сектору. Объявляю начало операции и конец игры. Касательно беглецов предприняты особые... Сейчас это будет опять весело. Поехали. Да, сейчас будет очень весело. О, какие люди вернулись, ёбаный рот. Ну не люди, конечно, блядь. Смотри, помните его? О, мой толстячок идет наш. Давайте, давайте, рискните, блядь. Вон нахуй. Вон нахуй. Чё, как дела? О, блядь, что нахуй? Хорошо. Ебать, я этого даже, блядь, не предвидел, блядь. Вроде все, ребят. Вроде как все. Да. Ну, пока, кстати, ничего такого сложного особо даже и нету. Ну, если так посмотреть, конечно. Да, вроде все. О, как хорошо сразу стало. Я тебе сейчас... Нельзя пытаться, конечно, ладно. А куда нам стало вообще? А нам туда стало? Ну погнали, побегаем по... Тут большая это... Тут большая сама, блядь, локация. Тут много, скорее всего, сейчас всего есть. Да, он, смотрите, тут как будто лу даже лежит. Почему бы его не забрать, да? То есть, ну, не просто что так его положили, грубо говоря.
Так, ну здесь нет ничего. Ну погнали дальше, ладно, все, let's go. Почему бы дальше? О, здесь магазин же есть. Вот магазик, это очень хорошо. Так, магазик. А все, меня не ебет, мужик, все, иди в пезду, блять, меня не ебет. Ты опоздал, блять. Так, у нас тут 31 тысяча. Так, вот это нам с тобой тоже не нужно особо. Так. Снайперская винтовка. А, это обычная. Типа обычная. Так уже можно хоть что-то придумать. Так хоть что-то можно уже придумать там с вами, ребята. Поехали. Где еще, блядь? Живая. Это вот этих маленьких тварей, да, которые, блядь, ползут по стенам. Нахуй сразу же, блядь. Бля, я говорю, еще так темно, вообще нихуя не видно мне особо. Так. Thank you.
все? Ну ладно. Там, конечно, какие-то штучки нам дали с вами, прикольчики, да, свои, я скажу, но... Не сказал бы, что это прям, что-то прям такое, то что... Ух ты, блядь, что это, ну? Зона невесомости. Внимание! Система пожаротушения вышла из строя. Пожалуйста, перекройте подачу кислорода вручную, чтобы остановить пожар. Незадействованный в тушении персонал должен немедленно... Внимание! Подача кислорода упала на 60%. Технический персонал поставлен в известность. Внимание! Подача кислорода упала на 33%. Зоны не соответствуют условиям жизнеобеспечения. Пожалуйста, проверьте личные запасы кислорода. Сбой системы питания. Замените батарею, чтобы воспользоваться лифтом. Да, блять. Интересно, очень интересно. Ну, пока видишь, едет. Вот, блять, я вот про такую подъемочку, ребята, говорил. Даже туда, видите, использовали. Нахуй. Айзек, шаги. Он хочет, чтобы я следовал шагам. Шаг один. Залезть в темную машину. Стросс, успокойся, он тебе не навредит. Он хочет, чтобы я залез в темную машину, Айзек. Но я не могу. Она там. Она ждет меня. Стросс! О, господи, господи, боже! Стросс, слушай меня. Мы должны двигаться дальше. Ты можешь добраться до поезда? Он идет. Я не могу говорить. Бля, вот интересно, как вот Айзек этому сопротивляется, как Айзек этому сопротивляется всему. Это очень интересно мне. Опа, слава узел. Сохраняемся. Let's go, дальше что? Блять, думаю, маленькую он использовал. Ну ладно, большую, так большую использую. Ой, как хорошо, да? Сейчас повеселимся с вами, ребята. Сейчас мы повеселились.
А, видишь, сквозь текстуру фигачит. Не просто так далее, видите, эти темы. Что, блядь? Ладно. Сыграем по-вашему. Сейчас вам такая пизда будет, ребята, бля. Просто охуеете, блядь. Чё отключилось? Шо-шо-шо. Ой, у вас дохуя что-то нет? Охуенная тема, ребят. Чё, всё? Бля, их очень тут дохуя, ребят, на самом деле. Их тут прям нормально, смотри. Так, подожди, они ничего больше не дадут? О, блядь. Добрый вечер, нахуй. Видишь, какой-то дополнительно не дают, дают лут. Смотри, сколько здесь всего.
Не просто так. Блин, вот эти твари быстрые, это вообще жесть. Они из стаи нападают, все это. ББ, грубо говоря. ББ. Прыгают, прикинь, прыгают, так что делают, да? Ты банешься просто. Айзек, он ушел. Слушай, шаги могут разрушить обелиск. Шаг один, залезть в темную машину. Шаг два, со всех сторон закручиваются винты. Я не понимаю. Господи, он вернулся. Нет. Нет, 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 нет! Сим оффлайн, да. Кто, блядь? Хуй, она нормально что нес, типа? Ты, сука, на, ёпта! На, нахуй! На, ёбаный, блядь! Это девушка. Она типа нас не видит, да? Бать, нихуя, мадемуазель. Ну ладно. Мёртвый. Бать, ты? Слушай, давай начнем разговор сначала. Я Айзек. Элли. Элли? Чего тебе надо, Айзек? Элли. Я пытаюсь добраться к транспортному терминалу. Мне нужно в правительственный сектор. А мы, по-твоему, чем занимаемся? Слушай, я могу помочь. Шансов спастись больше, если держаться вместе. Разве не так? Ага, как же. Сейчас любой лишний человек обуза. Я открою дверь, но дальше каждый сам по себе. И, пожалуйста, не ходи за мной, окей? Подожди, подожди! Новая знакомая, ребят, новая знакомая у нас теперь. Мне кажется, они еще встретятся. Опа, бля. Ой, ну и в пизду тогда, блядь. Бабки мне не помешают сейчас. Мне кажется, мы все встретимся еще.
У, смотри, с одного выстрела, на, ёпта. Хорошая вещь, блядь. Хорошая. А, ну сейчас здесь будет бойня, да? Ну я, ебать, даже не сомневаюсь в этом. То, что видите, он стоит, тема, смотри. Так, let's go. Чем можем с тобой продать? Вот это можем с тобой продать. Вот это можем с тобой продать. Ну, в принципе, все окей. Единственное, что можем еще купить, знаешь что? Вот так сделаем с тобой. А все, меня не ебет, я, блядь, сохраняюсь. Хе. Давай, 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 давай. Бам, блядь. Блядь, мразь. Бам, ёпта. Так. Уже так себе, ребят, уже так себе. Состояние. Хотя здоровье здесь еще нормально, хпшки здоровье. Хпшки еще нормально здесь. Пойдет. Блять, мразь, тут попробуй нахуй. Стой, 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 стой. Где, блядь. Ой, ребят, спасибо. Давай сейчас фул хп восстановим, пошли это. Купим еще аптечку.
Мне кажется, будет очень весело, ребят. Нам показывают, что было, типа, да, там? Внимание всем! Перерыв 15 минут. Не баловаться! Это детская. Что ты, какие-то новые монстры, видишь, блядь, какие-то новые монстры, всё. Пиздец. Я, конечно, в шоке, ребят. Я просто, ну... Мне нечего сказать вам больше. Я просто, ну, реально в шоке. А-а-а, да? Интересно получается, очень интересно получается. Черт, школьные медсестры 8.022. Дети ведут себя слишком жестко на игровой площадке. Вчера перед моим кабинетом, в буквальном смысле слова, выстроилась целая очередь детей с синяками и ушибами. Некоторых из них пришло даже отправить в лазарет. Может быть, это консервативная точка зрения, но космические станции не лучшее место для воспитания. Детям необходимы открытые пространства, свежий воздух. В противном случае они начинают сходить с ума и калашматить друг друга. Я считаю, что космос и семья — понятия несовместимые. Трэш. Давай все сохранимся и пойдем уже в следующую серию дальше. Кстати, за просмотр такая серия была очень интересная, очень такая разнообразная, да? И пугались, и пофигевали. Да уж. Блин, ну монстр здесь реально побольше стало, разнообразных именно, да? И старые, и старых не убрали, да? И новых добавили. Круто, круто. Все, в принципе, все. Спасибо за просмотр. Это серия Кулан. Увидимся в следующих сериях. Давайте.